24 июля 17 год, Харьков, Александр Невский и желто-блакитный флаг на Эйфелевой башне. Что-то более эклектичное даже сложно себе представить. Пошли, церковь вон снимем. Эйфелеву башню снимем. Святой, благоверный, великий князь Александр Невский. Пошли, сейчас поедем. Против солнца, конечно. Да идем, идем уже. Французский бульвар. Полезем на Эйфелеву башню. Сейчас. Пошли, поснимаем, потом пойдем. Там, наверное, и поесть, он что-то есть. Пошли.